Вы говорите о том, что система себя зарекомендовала плохо, потому что депутаты переходят из одной партии в другую. Имея 74 голоса в парламенте Республики Молдова, почему вы не предложили в своем законопроекте запретить законодательно переход депутатов из одной партии в другую? Вам бы удалось поменять конституцию. Ответьте он минуту, домле более. Да, спасибо за вопрос. Что касается этого запрета, вы знаете, может быть, я лично выйду с инициативой о том, чтобы запретить партиям давать в аренду некоторых депутатов в другую партию. Вот насчет этого можно поговорить. Так как поступила партия коммунистов в свое время, в прошлом году, проголосовав за два правительства, отдав 14 депутатов Демократической партии в аренду. Вот на этот счет можно и нужно думать, и может быть, вот ко второму чтению мы в нашем законопроекте предоставим или зарегистрируем те поправки, что касается запрета сдачи в аренду депутатов, так как делает партия коммунистов. Спасибо.